Здорово, народ! Сегодня мы с вами играем песню No More Tears. Это у нас Оззи Осборн, где у нас играет это соло великий и неподражаемый Зак Уайлд. Так, что же, начнем. В оригинале оно играется ми бемоль, записано на альбоме, по крайней мере, то есть минус один шаг. Здесь я буду все играть в стандарте, стандартный строй ми, как я обычно делаю на разборах на своих, чтобы не запутаться нам всем. Конечно, впоследствии они дошли уже там до более низкого строя. Последние песни я смотрел, одни из последних записей, то есть они вообще там опустились до строя до, в до даже играли. Так, начнем. Значит, у нас перед вот этим быстрым соло, да, идет там такая как бы медленная лирическая часть. Так, давайте же ее сыграем. Вот такие ноты здесь идут, 11, 12, 14 лад и 9. Здесь ничего сложного нету, это я сыграл быстро, конечно, в оригинале там очень-очень сильно все растянуто. Приходим мы с вами вот сюда, в 10 лад. И с 12 берем бенд. Потом, значит, вниз его спускаем. Опять сюда, в 11 лад. Здесь мы уже идем за вторым разом по-другому. Так, давайте сыграем всю строчку. Так, сюда мы с вами идем в 11 лад. И дальше, смотрите, у нас тут идет развитие. Идем сюда во вторую струну, 11, 10, 10 лад. Дальше у нас бенд на тон с 13. Так, еще раз, значит, смотрите, сюда приходим. Сюда в 11. Дальше, значит, у нас бенд на полтона всего-навсего. Вот отсюда с 17 лада. Видите, да, один раз. И заканчиваем 15-13 на первый. Вот здесь, да, тянем наверх на тон. И дальше, смотрите, вот такая череда. И здесь, коль уж мы сюда зашли, смотрите, какая тут у нас система получается. То есть мы берем этот бенд, у нас вторая струна залезает под палец, да, под третий. И, соответственно, мы здесь делаем эти бенды, в какой-то момент у нас проскакивает и вторая струна тоже. То есть у Зака Уайлда это бывает очень часто именно в концертных записях, но на альбомной записи конкретно один раз только, перед последним вот ударом, проскакивает бенд не такой вот чистый, а вот такой. То есть вот с этой вот второй струной. Так, и мы спускаем. Мы спускаем вот сюда. Так, значит, все вместе давайте сыграем всю эту строчку. Сюда идем. Так, еще раз, значит, смотрите, вот здесь. Здесь нам нужно сделать так, чтобы вторая струна залезла. И мы ее сыграли, да, в итоге? Видите, да, она иногда залезает под палец. Вот вся первая часть. Так, давайте еще раз сыграем, мы по-быстрому. Вот здесь заметьте форшлаг с хаммером. Приходим в 10 лад. Отсюда играем тан-да-да-дан. Спускаем. Сюда идем в тон. Дальше в полтона. И здесь. Вот такая первая часть. Так, дальше идем. В принципе, она несложная, но очень эмоциональная, так что нужно душу сюда вложить. Так, дальше мы идем вот с этого бенда, с 13 на 15 лад. И дальше за ним мы играем.
Так, вот такая строчка, давайте ее посмотрим. Значит, band. Так, дальше смотрите. Обычно рок-н-ролльный ход в миллиардах песнях это есть. Так, видите, да? За ним. И вот здесь, смотрите. Вот этот третий палец, да, мы играем, как баре мы его кладем, за ним играем вторую, третью струну, да, интервал. И вот сюда уходим в первую, ой, во вторую, третью тоже струну, под первый указательный палец, тоже бенд небольшой, значит, смотрите, вместе. Видите, да? Так, еще раз. А вот здесь дальше. Так, смотрите. Здесь мы играем немножко мюзинга, добавляем. Я сейчас играю на таком легком овердрайве, чтобы были понятны все ноты. Дисторшн специально не стал вырубать. Так, еще раз. И здесь, смотрите, та-да-да-да. И здесь. Вот такая штука у нас. И здесь. И мы доигрываем вот сюда. Так, еще раз, значит, смотри. Фраза на самом деле простая, такая рок-н-ролльная. Играется, по большому счету, не так уж и быстро здесь. Так, давайте медленно еще раз все пройдем. Все довольно ритмично, в принципе, тут даже объяснять не надо, если вы видите перед собой табулатуру сейчас сверху, как раз вот ровно по ним надо все сыграть, просто выдержать саму ритмику. Так, идем дальше. Дальше мы здесь же с вами находимся, практически далеко не уходим. Смотрите, идем сюда 15 лады. Повторяем. И опять вот с этими десятыми ладами опять идем вот сюда в тонику. Значит, смотрите. Вот она, эта строчка. Вот на эту строчку. Давайте сыграем все вместе с предыдущей фразой. Такой, знаете, на самом деле, довольно слэшевский рок-н-ролльчик такой здесь, да, у нас идет. Практически быстрыми рок-н-ролльными песнями Guns N' Roses отдает, по крайней мере, для меня. У Slash получилось бы отлично сыграть тоже этот момент. Так, вообще, кстати говоря, он сюда вписался бы тоже хорошо в этот трек. Так, давайте еще раз. Медленно. Так, и идем сразу дальше. Смотрите, у нас тут фраза будет, которая довольно нелегко сыграть. Так, сыграем ее. Так, и еще раз медленно. Давайте разберем ее. Значит, смотрите, у нас заход тоже такой же рок-н-ролльный здесь. Играем туда-сюда. Так, тут ничего сложного нет. Это типичный элемент рок-н-ролльной такой игры. Он у нас здесь уже в этом соло был. И дальше, смотрите, у нас идут подтяжки. Две. Вот такие. Одна с 12-го лада, да? Мы их повторяем. И дальше. Вот такая фраза. На три части разобьем лик, это значит, смотрите, в начале бенд, вернее, сыграем, и потом первая часть, первая, дальше вторая и третья, завершающая. Так, все вместе. На
На самом деле, вот то, что он здесь играет, потому что есть хорошее видео в сети, где конкретно вот прям сидит Зак Уайлд и играет на гитаре это соло. И именно вот в таком видео у него там эта фраза, потому что, конечно, в табулатурах я искал такие моменты, разобраться невозможно. Написано как-то коряво, что даже сыграть это, в принципе, на гитаре нереально. Так, давайте еще раз сыграем эту фразу. Вот и все. Так, и медленно. И еще раз. Так, идем дальше, значит, смотрите. Фраза у нас здесь 15-го лада, мы играем бенд. Теперь... такая вот фраза. Так, еще раз. Так, вот она. Можно сыграть здесь, на самом деле, как с барре. Вот так вот, если по рок-н-ролльному конкретно. Так, ну мы сыграем пальцами. Она у нас во втором боксе пентатоники. Так, еще раз. Еще раз. И дальше, смотрите, два раза мы играем со скрипком, вот с таким, да, мы играем 15 и 13. Так. И дальше вот такое завершение. Так, еще раз, значит, все вместе. Так, еще раз. Дальше у нас тут идут его вертушечки. Играются они конкретно по боксам пентатоники. Да, первую, вторую струну мы здесь берем. Так, 13-10 в начале. Так, ну смотрите, здесь тоже интересный момент, как он их играет, да? Вот вторая струна у нас немножко приглушена. То есть вот здесь как бы на мюкинге, да, мы идем возле бриджа. Видите, да? То есть он вот руку здесь держит и довольно аккуратно на самом деле их играет. То есть как все думают, что он играет как дровосек там, да, конкретно по струнам фигачит, как бешеный. Но на самом деле не везде. То есть вот эти вертушечки играются очень аккуратненько. То есть какие-то моменты, где есть какие-то бенды, да, он там играет мощно, но вертушечки довольно аккуратно сыграны на самом деле, потому что там дальше скорость будет большая еще в конце, и это все нужно сыграть аккуратненько. Так, значит, первая вертушка. И мы вторую струну чуть-чуть глушим. Ну, так как я сказал, у меня здесь овердрайв, поэтому звучать она будет прям чуть-чуть совсем. Так, значит, играем вот так. Так, здесь можно палец либо держать, либо постоянно вот этот указательный, чтобы перескакивал. Ну, как хотите, да, то есть мы идем, значит, первый бокс, второй бокс, 15-13 лад, третий бокс у нас идет 17-15 и 18-15. Она играется не до конца, потому что там вот этот вот быстро идет замес. Так, давайте сыграем их три подряд. Так, и смотрите, вот это вот играется не до конца. Потому что здесь у нас идет уже вот отсюда. Вот эта вот вертушка такая, да, по аккорду. Так, давайте еще раз начнем сначала. Первая, вторая. Третья. И вот мы до сюда играем, и смотрите, дальше мы, значит, идем. 15, 13, 18. Так, здесь смотрите, у нас какой прием. Мы идем как бы в правой руке с випом, а потом цепляем наверх одну. Видите, да, получается? Значит, смотрите, ну можно, конечно, сыграть и просто как бы с випом пройтись.
Вот так, да? То есть взять ее хаммером и пулофом. Здесь так тоже можно. Но можно еще и подцепить. А если подцепить, будет, конечно, посимпатичнее, потому что помощнее она будет звучать, вот эта нота. Так, дальше, значит, дальше мы просто двигаем вот сюда, на эту конструкцию. У нас 15, 13, 18. Так, дальше все двигаем, играем здесь. И, соответственно, у нас в конце бенд. Вот когда в конце бенд, смотрите, она тоже до конца не доигрывается. То есть она играется... Так, значит, поехали. Вот до суду доигрываем. И все, и бенд. Туда в ми, да, на тон с 20-го лада. И вот получается у нас вся вот эта вот последняя часть. Так, давайте ее сыграем. Вот у нас, в принципе, и все это соло. Удачи вам в разборе, так сказать. Оно, в принципе, не такое уж, не такое оно и сложное на самом деле. Тут буквально несколько фраз, которые надо запомнить. Да, вот эта концовка тоже, которая всех так зачаровывает. Что ж, надеюсь, у вас получится все. На этом пока, до следующих видео.